Всем привет! Ну все, нет, песня. Вдохнули, выдохнули. Да здравствует 50-й дубль. Всем привет, меня зовут Алексей Балаш, и мне 29 лет. Целых. Почти. 29 лет. В данный момент я живу на два города, это Лос-Анджелес и Гонконг. Я профессиональный актер, хореограф, модель. Я играл в мюзиклах «Мама Мия», «Свит Чарити», «Виктор Виктория». Танцевал с суперзвездами Николь Шизингер и Леди Гага. Участвовал в телепроекте на канале «Россия. Танцы со звездами» и в аналогичном телепроекте в США. Я являюсь лицом Apple в Сингапуре и Chrome Chess в Лос-Анджелесе. Моя самая любимая программа – это «Орел или Решка». И я хотел бы стать одним из вас. Ребят, знаете, танцору нелегко это говорить. Вы, блин. Хорошо. Заново так заново. Он сказал, что я сделал. Все замирания такие, что ну же, закончи. И он не заканчивает. Привет всем! Пока всем! Пока!